Итак, вы смотрите шоу, опробовано на себе. Вот вы на пикнике, туй растет. Классно все. Но у вас нету плитки, где можно подогреть еду. Костер сжигать ничего. Как-то это век. Поэтому есть такое видео, которое рекомендует нам взять консервочку в масле. Вскрыть ее, как девственницу. Или как бог черепаху. Вкусно пахнет. Салфетка, как показано в видео. Ее нужно... Не раскладывали, там, вот так вот сделали, положили и вот так вот упаковали. Прям в рыбу. А, пролилось чуть-чуть. Теперь мы поджигаем. Получится ли нам поджарить два наггетса или нет? Ну что, у нас тут вроде что-то разогрелось. Давайте попробуем. Да. И поглядите. Не важно, сколько времени не прошло. Показывает, что надо всю эту конструкцию слегка придерживать. Смотрите, блядь, я же говорил, без этого говна не обойтись. Продолжается. Как сказали бы в американском шоу. Ну пиздец, мадафака. Абсолютно без дров, без углей, без всего. Ну вы это видите, да? Главное, чтобы этот сюжет не видели наши депутаты. Это скажут, ну вот, мой газ можно цены поднимать. Налог ввести на рыбные консервы. Нижние тоже оттенки. Ребятки, это просто Анджелина Джоли. Это тунец. Как вам тунец на тунце? Другое дело. Я счастлив. А вы? Ваши лайки, просмотры, донаты, само собой. Не думайте, что я внесла кто-то другой о донате. Конкретно открыть. Это не так сложно. Неважно сколько. Любую сумму. Хочешь на банк. Хочешь на Donation Adders. Куда хочешь. Все в твоих руках. А я побежал снимать следующий сюжет. Сюжет.